В администрации Ленинского района состоялся тематический прием жителей по вопросам здравоохранения. Он проводился согласно утвержденному губернатором Московской области графику проведения тематических приемов. Его провел первый заместитель главы администрации Ленинского района Дмитрий Волков. Помимо представителя муниципалитета, на встрече присутствовал главный врач районной клинической больницы Виктор Барсук. Благодаря участию в приеме профессионального врача, к тому же руководителя большого медицинского учреждения, граждане имели возможность получить помощь и консультацию даже по узким специализированным вопросам. На сегодняшний день существует две методики операции. Да? Это открытый способ, это вот полметра, то, что я Дмитрию Владимировичу говорил, разрез, да? Либо литотриптер, да? Либо третий метод – это лапароскопическая операция. Пришедшие на прием получили исчерпывающую информацию по самому широкому кругу вопросов из сферы здравоохранения. Это касалось взаимоотношения медицинского персонала и пациентов, поиска возможности получения дорогих или редких лекарств, проблемы организации работы пунктов медицинского обслуживания в поселениях Ленинского района. Процесс решения вопросов, с которым обратились граждане, Виктор Барсук и Дмитрий Волков взяли под личный контроль. Очень хорошее обращение, очень хороший у нас главврач. Очень хорошо отнеслись, чтобы побольше таких людей было в медицине. В 2017 году в Московской области было проведено несколько тематических встреч. Они касались подготовки детей к летнему отдыху и учебному году, к началу отопительного сезона. Согласно графику, следующий тематический прием граждан состоится 12 декабря.